28 августа университетскую школу, открывшуюся при Елабужском институте Казанского федерального университета, посетил председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. Его сопровождал руководитель Елабужского района Рустем Нуриев. Обновленное учебное заведение почетным гостям представил заместитель директора Елабужского института КФУ по общему образованию, директор школы Камил Гареев. Фарид Мухаметшин акцентировал внимание на вопросе реализации национального образования. Самое главное, там идейное содержание есть и понимание есть, как вести эту педагогическую деятельность, понимаете? Елабуга в активе. Это старинный город, музейный город, где хранятся великие ценности наших предков. И как этот старинный город, обновляясь, сохраняет свои лучшие традиции, заложенные предыдущими поколениями. Вот этот дух в Елабуге, он есть, сохраняется, я бы даже сказал, приумножается. 1 сентября школа примет 465 учеников, среди них 56 первоклассников. Диана Желенкова, Айдар Нурмиев, Универньюз.